В социальных сетях это видео набрало уже более 1500 просмотров. Кадры видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле, были сняты месяц назад. На них запечатлено, как инспекторы ДПС преследуют белую иномарку, которая была угнана от одной из моек в Самаре. Когда машину удается блокировать, задержание водителя происходит молниеносно. Чтобы вытащить преступника из салона, старшему лейтенанту Ринату Аделову даже приходится разбить боковое стекло. Я, выбежав из машины, увидел, что данный водитель пытается заблокировать дверь. И я принял решение, что нужно разбивать стекло. И считаю это единственным верным решением в данной ситуации. Потому что если бы он заблокировался, он мог уехать, и были бы иные тяжкие последствия. Погоня за автоугонщиком продолжалась около 15 минут. Даже за это время водитель иномарки много раз успел грубо нарушить правила дорожного движения. Скорость автомобиля порой достигала 120 км в час. А в один момент преступник даже чуть не сбил пешеходов на зебре. В отношении данного водителя было составлено 17 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Как выяснилось позже, данный гражданин ранее был уже судим. Определить дальнейшую судьбу автоугонщика снова предстоит суду. А старшего лейтенанта Рената Аделова, который уже почти 9 лет служит в полиции, за отличное выполнение служебных обязанностей руководство решило поощрить. Служебная проверка в отношении действий инспектора ДПС доказала их правомерность и состоятельность. Достойный сотрудник. За грамотные профессиональные действия инспектор ДПС Аделов был поощрен правами начальника ГУМВД по Самарской области денежной премии в размере 10 тысяч рублей. Инспектор ДПС Ринат Аделов героем себя не считает, говорит, просто выполнял свою работу. Что касается хорошей физической формы и неплохой, как выяснилось, растяжки, свои плоды дали годы занятия спортом. Павел Баймаков, Артем Сулайманов. События.